Всё. Оккупировал телефон. Кому звонить будешь, Чиф? Я хочу что-то сделать. Давай, кому будешь звонить? Довольный. Все, Макс, это теперь его телефон. Угу. Тебе другой надо покупать. Да чего? Все, скажи, это мой. Буду, скажи, разным воробьихам звонить. Угу. Скажи, зайду на сайт знакомств, найду себе воробьиху. Да. Потом нас познакомишь хотя бы. Чиф. Да, ну спасибо, спасибо за доверие. Мы будем очень рады познакомиться. Там на Авито должны быть. Поищи на Авито. Ну, может быть, там какие-то сайты знаешь, не знаю. Сам знаешь? Ну, ладно. Хорошо. Хвостом тесет. Тепло там, видимо, пригрелся. О, муха, Чиф! Лови муху. Какое-то осеннее обострение. В Санкт-Петербурге в квартире мухи. Замучились их убивать. Хотя три охотника живет. Воробей, Чивка, две кошки. А в итоге охотница оказываюсь я. Бегу с полотенцем. За ними. А? Не стыдно? Нет? Хм, конечно. Зачем мне мухи, если я сытый? Правильно? Угу. То блины ем, скажи. То пшено. То травку свежую. Ну ладно, звони своим воробьихам. Не будем мешать тебе.